я не очень верю в скидки 70%, которые некоторые фитнес-операторы заявляют. 20%. Сходите как тайный покупатель, узнайте о покупке квартиры в строящемся доме. Посмотрите, на что вы обращаете внимание, в чем проколы строительной компании. Они вам показали договор аренды, вам показали планировки, да, вам рассказали, какие будут использоваться отделочные материалы. То есть чем более конкретную информацию предоставляет застройщик, чем больше вещей он вам дает пощупать, да, тем более по факту он вам кажется убедительным. То же самое клиенты ожидают при покупке клубной карты на этапе пресейла. Да, вот конкретика. Хотя это стройка, да, вы можете там сидеть еще в каске и в резиновых сапогах, там все еще может быть в бетоне. Бизнес-план. Очень модная фраза «бизнес-план». А у вас есть бизнес-план? О, да, у нас есть бизнес-план. Да? А есть ли он у вас? Или кто-то вам пересказал? Настоятельно рекомендую, сделайте программу «минимум» и программу «максимум». Очень мало кто из заказчиков, из знакомых, начиная какой-то бизнес, делает программу «минимум» и программу «максимум». В половине случаев точно я сталкиваюсь, что есть один бизнес-план. А когда задается вопрос, а если вы не сделали цифру X, есть ли у вас план Б? Да? Окей? То есть это читайте 12 стульев, всегда должен быть еще какой-то другой вариант. Настоятельно рекомендую, придумайте легенду, если пока у вас ее нет. Напишите ее, раздайте вашим менеджерам по продажам. Почему? Потому что 80% клиентов спрашивают, а что, а кто собственники? А почему вы открыли фитнес-клуб? А здесь же раньше была парикмахерская, да, и так далее. Почему семейный фитнес-клуб? Или почему вы открываете бойцовский клуб? Да, или почему вы открываете клуб только для женщин? Рекламный план, рекламный бюджет. Половина собственников, да, не готовы закладывать эту цифру изначально. Пожалуйста, если вы, слушающие меня, отвечаете именно за продажи клубных карт, ваша задача номер один – убедить собственников, что реклама не зависит, или мало зависит от погоды.